самых оперативных, увлекательных, познавательных, интересных, а самое главное, актуальных и популярных новостей в сети. Не останавливаются ни на секунду слова поддержки и скорби со стороны звезд постсоветской эстрады, да, все, не только там России, Белоруссии, Украины, все в связи с безвременной кончиной Александра Тихановича. Напомню, вчера на 65-м году жизни ушел известнейший и талантливейший певец, композитор, автор текстов Александр Тихонович. Это один из тех людей, кто, наверное, после распада Советского Союза занял нишу продвижения белорусской песни не только в Белоруссии, но и за ее пределами. Поэтому бесчисленное количество знакомых, друзей среди звезд шоу-биза, это, как уже ранее сообщалось, Игорь Николаев скорбит, говорит, всегда переписывались, когда я был в Минске, встречались, беседовали, кроме того, сотрудничали. Сейчас написал слова поддержки и скорби Филипп Киркоров, с которым они, Филипп Киркоров и Тиханович, вместе запустили проект «Колдуна», который довольно-таки успешным был на одном из евровидений. Лолита Милявская поддерживает жену, поскольку Ядвигу Поплавскую, поскольку сейчас уже тяжело себе, ну все привыкли, да, Александр Тихонович, и сразу сбоку стояла Ядвига Поплавская. Сейчас она осталась одна. Напомню, они женаты, по-моему, с 83-го года. До этого они познакомились в группе «Веросы», а потом у них уже был свой дуэт, который назывался «Счастливый случай». Мы также опять приносим свои искренние соболезнования родственникам и близким Александра Тихоновича,